Жестяк, смотри, какие-то гиганты здесь. Что он делает? Он ест просто деревья целиком, глотает их. Воу-воу-воу-воу-воу, ничего себе, я опасный, ребята, вот это скилл. Да уже, я ем дома, ребята. Что, я съел это здание? Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games! И сегодня мы с вами поиграем в Roblox режим, который называется «Съедай и уничтожай». И мы здесь реально будем все громить, ломать и съедать и уничтожать. Как-то так. Нубик почему-то на фонаре сидит. Нубик гость как-то мило, правильно, неважно. Вообще, у меня племянник называет его Барсиком. Я не знаю почему, ребят, если вы догадываетесь, почему он Барсик, напишите в комментариях. Но сейчас... мы зайдем сюда и посмотрим, что здесь нужно делать. Ну а вы, ребятки, ставьте лайк, потому что будет точно интересно. Итак, выбрать карту. А какую карту? Печенюхи какие-то. Ну, давай с самого первого начнем. Так, телепорт. Телепорт. Окей. Окей, окей, окей. Че тут все? Так. Короче, на английском написано. Все, я понял. О, какие гиганты здесь! Девочка, подожди. Тише, я за кустик спрячусь. Что происходит здесь? Куда я попал вообще? Так, что ты мне объясняешь? Спасибо, я ничего не понимаю, поэтому выключаю. Так, здесь ходят гиганты, ребята! Гиганты, ладно. А нам нужно что-то есть здесь. Я вот впервые только зашел, вы... О, яблочко съел, смотри, просто подходишь, и он сам ест. Ну как, яблоко? Да, очень вкусно, это видно по моим глазам, что яблоко очень вкусное. Хорошо, пошли дальше. Так, опа, ну у меня пока... О, это ноги, я думал, это какое-то здание. О, что? Что? Чувак, пожалуйста, не топчи меня. Я вообще, честно говоря, вообще невкусный, если ты меня хочешь съесть. Я не знаю, можно ли есть друг друга здесь, но честно тебе говорю, лучше меня не ешь. Так, мы пока что кушаем яблочки. Жестяк, смотри, какие-то гиганты здесь. Что он делает? Он ест просто деревья целиком, глотает их. Он пойдет того чувака съест, мне кажется, нет? Нет. Надеюсь, людей здесь есть нельзя. Так. Так, кто съест этот сарай? Ну давай, кто? Покажите, как это делается. О, смотри, он просто идет и сметает все на... О, там мельница ветряная. Так. Ходячий... Смотри, заглотил просто мельницу. Ладно, когда я начну уже деревья есть? Нужно собирать пока что яблочки. Чувак, привет, давай я тебя съем. А, да, нельзя друг друга есть, это хорошо. Так бы меня, мне кажется, уже давным-давно съели. Деревья валяются. Эй, яблоки! А чё яблоки сплюснутые? Он ходит и плющит их? Ничего себе. О, воу-воу-воу! Второй уровень! Глаза, мне кажется, еще подросли. Отлично. Так, что происходит? Я начал есть кусты. Машины сплющенные, просто они плющат все здесь. Эти гиганты. Сейчас я стану гигантом, потом посмотрим, кто кого будет плющить. Яблоки уже неинтересно, мне нужны кусты. Вот ходят барсики, не знаю почему барсики, ну ладно. Так. И вон тот синий, какой-то очень подозрительный. Ладно, я какие-то семена уже съел. А что так плюс 3? Что это мне дается? Или это всегда так было? Нет, не всегда. Я не знаю, ребята. О, какие-то конфеты пошли. Ладно, я сейчас немножко... О, я подрос! Дерево. Нет, еще не могу. Так, ну кусты вкусные, я вам честно скажу. Только в реальной жизни лучше их не есть. А, так, я уже такой нормальный чувачок. Ну что, смотри, они просто проглатывают эти здания. Ну что, о, я думал, он не сможет это съесть, он смог. А это я не могу еще, нет. Пошли пожарный гидрант съедим. Да, на изи, вода даже, ничего себе, даже вода здесь есть, все как положено показывается. Здесь кто-то прошелся по домикам и просто их растоптал огромными ногами. Так, я пока... Воу, чувак, подожди, меня не сплющи здесь. А, дерево. Да, я могу есть деревья. Мои глаза растут все больше и больше. Так. Тише, полегче, чуваки. Сигналка в машине работает, вы серьезно? Как это круто, почему я раньше не видел этот режим? А, едим. Знаете что, ребят, наверное, настало время... Так, я машину не могу пока есть. Настало время зайти в магазин, вообще посмотреть, что здесь есть. Вот это что такое? Апгрейд. Апгрейд? Что-то не может. Инвентаря у меня ничего нету. О, ладно. Скиллы какие-то можно купить.
Что это такое? О, чувак, чувак, прости! Я тебя не обидел ничем. Хорошо. Это карта. Их нужно разблокировать. Так, что мы можем купить здесь? Гемы, гемасики. Подожди, это магазин. Випка за 300 рубаксов. Я не знаю, что он дает. И за 40 рубаксов можно что-то купить еще. Давай попробуем. Я не знаю, просто куплю. Окей, я купил. Что мне это дает? Эй, это новый уровень. Что? Кто тут топчется возле меня? Подождите. Что я... Это какой-то... Короче, это слишком долго читать. Я могу купить здесь... Что-то какие-то геймпассы, геймасы купить. Давай купим за 50 рубаксов 300 вот этих штук. Даже не знаю, куда их тратить. Давай теперь посмотрим. Окей, я купил. О, у меня какие-то есть... Ничего себе, сахар. Орешки. Так, а где это применять? Куда это применять? Где-то каких-то питомцев? Ящички можно открыть. Че, нажимаем. Опа, я открываю ящик. Оу, что выпало? Что выпало? Мне скажите, пожалуйста. Не знаю, давай еще откроем. Что тратится вообще? Открыть еще. Давай вот так поставим. 15 тысяч, у меня нет столько денег. А у меня нет столько денег. Короче, не открывается. Денег нет. А вот это что? Давай откроем. Еще один ящик. Воу, рарное что-то выбил. Ребят, вообще пока что не понимаю, что я выбиваю. И здесь у меня уже не хватит. Ну, давай еще вот это за сотню откроем. Даже не знаю. И еще рарное, то же самое. Хорошо. Теперь давайте что, глянем. Инвентарь. Ничего нету. Вот здесь инвентарь. Опачки. Вот это самое крутое, я так понимаю. С две звезды. Чего? Давай сюда. Это скиллы. Так, и вот этот поставим. Так, нажимаю Q. Воу, ничего себе, я опасный, ребята, вот это скилл, нажимаю, оно перезаряжается, 12 секунд, давай на F проверим, F, бам, ничего себе, я опасный, я могу с гигантами, может, биться, так, это что я нажимал, Е теперь, о, это что за, я быстро бегаю, да ладно, вот это крутяк, ну все, гиганты, лучше прячьтесь от меня. Ты что топчешь на мои дома? Да вы что делаете? Так. Сейчас я кому-нибудь наваляю. Девочка, прости, но, наверное, это ты. Наверное, у меня уже 5-й уровень. Что-то тут все качается. Девочка, иди сюда. Не ешь мои дома. Так. А я не могу еще их есть. Поэтому, девочка, иди-ка сюда. Я тебя наваляю. Девочка, иди сюда. Да что такое? Кого я тут бить собрался вообще? Девочка. Дроваки. О, что дрова, листья. Что я делаю? Я хотел показать, что я высотой с фонарный столб уже практически, а он его съел. Главное, что растут еще и глаза. Так. Я не понимаю, для чего мне... Подожди, давай я подойду и нажму вот так. О, да, я могу бить, получается... О, ничего себе! Я просто уничтожаю своими кулаками эти здания. Так. Хо-хо-хо-хо! Вот это я монстр. Монстр! Так... Новый уровень сразу, а то, конечно же. Так, когда я смогу съесть этот дом? Домик, пожалуйста. Я хочу тебе съесть. Вот это... Да, уже я ем дома, ребята! Ну, я сейчас вырасту. Готовьтесь. Так. Ну что? Да хватит все ездить, гиганты! Хватит топтать, это моя еда! Мало того, что едят, все-таки еще и топчут. Не дают мне нормально... покушать. Я вообще-то голодный. Пришел только домой. Так. Да что ты мне топчешь? Я тебе сейчас... Надаю, да иди сюда. Что такое-то, а? Ну что, страшно стало? Я думаю, что да. Ты что топчешься тут? Да дай ты мне нормально покушать, здания всякие. Да хватит тут все ломать! Бирюзовый, помоги мне. Ты сам как здание ходишь здесь. Да хватит мне все, я уже не могу. Все, я пошел. Эй, что это было? Бам. Короче, ускорение на Е. Нажимаю. Че оно не срабатывает? Погнали. Едим. О, да. Гигант за мной. Идет за мной. Да что ты ко мне пристал? Что я делаю? Я только что заглотил двумя руками это здание. Да че ты ко мне пристал? На, давай, я тебе сейчас наваляю. Мне скоро будет мало этой карты, и нужно будет открывать другую.
Но пока деревья еще не могу я есть. Я не знаю, мне нужен, может, нужен новый уровень, чтобы я смог есть эти деревья. Сейчас мы добьем этот уровень. Дерево, пожалуйста, съешьте. Нет, пока нет, оно не готово. Оно еще не помещается у меня в желудке. Так, так, ну? Нет, еще нет. Здание, смотрите, как я со зданиями разбираюсь. Просто одно левой, правой. Вот это да, вот это я опасный. Понеслась, понеслась, понеслась. Но тот удар вообще крутой. У меня 11 уровень, по идее, я могу есть деревья, да? Нет, еще не могу. Да что это за деревья такие? Ничего страшного, сейчас мы разберемся. Что, я съел это здание? Я съел это здание. Еще съел дерево. А дерево не могу, здание такое проглатываю, а дерево не... Девочка, пожалуйста, ну ладно, эти большие можешь есть. Я тебе их оставляю, потому что они мне пока что не помещаются. Какая-то корзину я съел. А, вернее, нашел. Так. О, да, ребята. Вот это здание. А деревья? Да мне эти деревья уже достали. Чего их не могу есть? Вот это я поломал. О, деревья пошли. Все. Здание. Это по-быстрому мы разбираемся с такими зданиями. Смотри, как сразу прокачивается все. Вот это скильчик дает очень много. Ничего себе. А давай бег проверим. Опачки, погнали сюда. Здесь поживиться есть чем. Реально, ребят, съедобная планета, только в Roblox. Новый уровень, сразу же. Так, я хочу вообще вот эти здания здоровые есть, пока не могу. Пока не могу, но скоро я это сделаю, я вам обещаю. Давай. Ничего себе, какое оно крепкое. Опа, опачки, все, пошли, вот эти здания, все, ребята. Я не знаю, что должно быть в желудке у меня, чтобы это все перерабатывать. Это завод по переработке всего. Так, ну что, я не знаю, я уже все ем. Па-па-па, это по-быстрому. Это мы все лупим сразу. Так, очень вкусно, очень. Я даже есть сам захотел. А, но я не буду есть деревья всякие и здания. Я съем макароны. Так. Ну что, давай, 15 уровень. Изи. Ну что, ребят, я ем все подряд уже вообще налегке. Чувак, привет. Жаль, что нельзя чуваков этих есть. Может быть, на других картах это можно будет сделать. Просто дальше тут смысла нет. Нужно открывать новые карты и смотреть, что будет там. Но я уже гигант. Кстати, гигантов все меньше здесь становится. Походу, они куда-то уходят. То есть, собираешь деньги, наверное, и открываешь новую карту. Сколько новой карты, например? Можно скипнуть. А, можно вот эти ресурсы насобирать и разблокировать. Я разблокировал. Вот и все. Давай залетим туда и просто посмотрим, что здесь будет. Это военная база, ребята! И я здесь, кстати, снова маленький. У меня снова маленькие глаза. Ну как маленькие, они большие, но маленькие. Что здесь происходит? О, какие гиганты! Ну что, ребят, я не знаю, давайте мы уже здесь разберемся в следующей серии, если вы, конечно, этого захотите. Мне кажется, прикольный режим. Смотрите, танки. Воу, ты арбузная голова. Тыквенная, вернее, голова. Танк заглотил. Все, ребят, если хотите, чтобы я еще поиграл в этот режим, то обязательно поставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал. Все, всем удачи, до новых встреч и... Пока-пока. Что? Там босс есть? Кто лазером стрелял? Или это у кого-то есть такая способность? Я ее тоже могу найти. Все, ребятки. Я знаю, что нам делать нужно. Всем пока. Смотрите на мои глаза. Вы под гипнозом. Вы ставите лайк. И подписывайтесь на канал. И нажимаете на колокольчик. И... всегда, каждый день заходите на канал Cool Games.